Чтобы легко и быстро научиться умножать на 9, достаточно проявить математическую смекалку и воспользоваться фокусом. Для этого приготовьте лист бумаги и маркер на водной основе. Положите обе ладошки перед собой и пронумеруйте пальчики слева направо по порядку. Выберите число, которое необходимо умножить на 9, например 3. Загните пальчик с цифрой 3, и он условно поделит обе руки на десятки, они будут слева, и единицы, они будут справа. И теперь посчитайте их слева 1, 2, а справа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соберите получившиеся цифры в единое число. Вот и готов результат примера. 3 умножить на 9 равно 27. Такой фокус можно показать с каждым примером из таблицы умножения на 9. Проверьте и убедитесь в этом сами. Если необходимо умножить, к примеру, 7 на 9, то загибать следует пальчик уже на правой руке. Слева посчитаем десятки 1, 2, 3, 4, 5, 6, справа единицы 1, 2, 3. Получаем ответ 63. Научите ребенка этому трюку, и результат самых сложных примеров для младшего школьника будет всегда у него под рукой.